نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قربي الله أبشنا محمده Это лучшая община выведенная из людей الله полюбил её и вывел ее вперед и выбрал для своего избранного пророка Мухаммада, алейхи вассалям. Погибнет 70 общин, а это лучшая и избранная Аллахом. Она составляет половину обитателей рая, или даже больше из числа последних и первых. Они опередят все творения, они будут рассчитаны прежде всех. И эта община первая пройдет по мосту. Эта община первая войдет в рай. Ей прощено совершенное по ошибке, забывчивости и наущению души. Она прощена во всем этом. Она никогда не будет побеждена врагом и не будет уничтожена полностью. Ее благо будет идти до самого судного дня. Она благословенна в награде за благие деяния, что если человек из этой общины будет совершать поклонение, то его награда за это будет многократно увеличиваться в десятки раз. Это для Аллаха не составляет труда. Если человек позволит себе взять из сокровищницы сунны, и посмотреть на награду за некоторые виды поминания и мольб к Аллаху, не говоря уже о уровне искренности и правдивости, за которой награда увеличивается, то его постигнет большое удивление, и он увидит обширность милости Аллаха и величайший почет, оказанный этой общине. Истинно, доказательство любви к этой общине, увеличение награды и приумножение добрых деяний. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал конец суры Аль-Бакара и сказал людям, «Мне были дарованы эти два аята из сокровищниц находящихся под аршем. Мне были дарованы эти два аята из сокровищниц, находящихся под аршем. Они не были дарованы никому до меня и не будут дарованы никому после меня. Это было проявление любви к этой общине. И одна из хранимых драгоценностей для общины Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, является пост в месяц Рамадан. Благословенный месяц Рамадан. Пост у рабы Аллаха – это щит. Подобно щиту воина на поле боя, надежная защита от наказания. Он тушит совершенные ошибки и грехи, подобно тому, как вода тушит огонь. Когда раб постится, его душа успокаивается, очищается и освобождается от поклонения своим страстям. Он радуется во время разговения и будет радоваться во время встречи со своим Господом. Видели ли вы группу людей, среди которых ходит человек, источающий приятный аромат миска? Каждый, находящийся там, желает насладиться этим чудесным ароматом. Клянусь Аллахом, запах изо рта постящегося приятнее для нашего Господа, чем запах миска. Аллах обещал отдельную дверь для постящихся. И эта дверь... Раян. Тот, кто войдет в нее, тот выпьет напиток, после которого он уже никогда не испытает жажды. Клянусь Аллахом, если человек умрет постящимся, то будет избавлен от мучений. Поистине нет деяния подобно посту, за один день поста Аллах отдаляет человека от огня ада на расстояние длиною в 70 лет. Он не почувствует его запаха, жара и шума. И если бы у поста не было бы больше других достоинств, кроме этого, то и этого было бы достаточно для этой общины. Когда наступает месяц Рамадан, пост становится благословенным. Если человек постится и выстаивает молитвы с верой и надеждой, то ему прощаются все его грехи. Послушай этот хадис и поразмысли. Ведь его сказал посланник Аллаха, посланный к людям из милости и сострадания к ним. Поразмышляйте над ним, о рабы Аллаха. Поистине Аллах призывает тебя к себе в этот месяц. Обнови свою веру и Аллах сотрет все то, что было до этого. Приложи усилия в этот единственный месяц в году. Обнови в нем свою веру. Аллах поможет тебе против твоей души, которая призывает к дурному. Он выведет тебя из оков страстей и прегрешений, в которых ты погряз на протяжении всего года. Аллах желает для тебя блага. Он желает для тебя покаяния, и Он простит тебя, если ты приложишь усилия в этот месяц призывающий говорит о творящий добро поспеши о творящий зло остановись это помощь для тебя шайтаны и мятежные джины закованы в цепи двери небес открыты обращайся к аллаху о тот кто погряз в грехах постись и больше обращайся с мольбами открыты двери небес и рая и закрыты двери ада и они не будут открыты до конца месяца каждый день у Аллаха будут освобожденные от огня на каждый ифтар, и никто, кроме Аллаха, не знает их. Разве не является предметом мечтания каждого быть освобожденным от огня ада? Затем Аллах даровал нам в этом месяце ночь, которой были лишены предыдущие общины. Она равна тысячам месяцам, и ее благо лишится только несчастный. Поэтому, о раб Аллаха, устремись с правдивостью, и Он поможет тебе против твоей души, против шайтана и этого мира. Будь благодарным рабом, будь искренним в поклонении и восхвалении. С благодарностью увеличивается благо. Счастье, когда человек использует свое стремление для того, чтобы приобрести блага месяца Рамадан. Самые далекие люди от прямого пути, наставления и милости – это те, кого зовут к прощению, но они отказываются и отворачиваются. Это тот, кто остается вместе с забавляющимися. Аллах зовет его к себе, а он занят наслаждениями этого мира. Он проводит эти дни в подчинении себе, как будто будет здесь вечно. Это и есть тот, кто далек от прощения Аллаха и близок к его гневу и к тому, чтобы ему было предписано наказание. Мы просим Аллаха о прощении и избавлении. Разве наш Господь не упомянул в своей книге народы, которые были уничтожены, описав их словами, они не уверовали и отвернулись? Отвернулись! Субханаллах! Аллах призывал их к своей милости, а они стали неверующими и отвернулись. Аллах обошелся без них. Кто поступает, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. И ваш Господь богатый, достохвальный. Когда Аллах упоминает лицемеров, что Он говорит? Когда им говорят «Придите». Субханаллах, придите, чтобы ощутить на себе милость вашего Господа. Придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения. Однако, они слишком любят этот мир. Они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются, тем самым заслуживая наказания. Все равно, о, посланник Аллаха, о Господин, и спрашивающих прощения, попросишь ли ты для них прощения или не станешь просить, для них все равно. Даже если ты попросишь для них прощения 70 или сто раз, Аллах не простит их. Аллах не простит отвернувшихся грешников, поэтому. Не будь подобно им. Приди. Пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал о месяце Рамадан в хадисе от Убады ибн Самита, несчастный в нем. Несчастный в месяц Рамадан – это тот, кто лишился милости Аллаха. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднимался на мимбар и сказал, Аминь, 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 как это приводится в хадисе. Он разъяснил это с подвижником, сказав, «Ко мне пришел Джибриль и сказал, «О, Мухаммад, тот, при ком упомянули тебя, и он не призвал благословения на тебя, будет отдален и унижен. Скажи аминь». И я сказал аминь. Тот, чьи оба родителя или один из них достигли преклонного возраста, и он не заслужил прощения, будет отдален и унижен. Скажи аминь. И я сказал аминь. Затем он продолжил, «Тот, кто застал месяц Рамадан, и ему не было прощено, тот будет отдален и унижен. Скажи аминь». И я сказал Аминь. Поэтому Ибрахим ибн Абу Абд сказал, тот, кто застал месяц Рамадан, и ему не было прощено, тот не уверует перед своей смертью. Тот не уверует перед своей смертью. Не удивляйтесь. Потому что в этом нет ничего удивительного. При смерти, после совершенных грехов, гордость встает между рабом и милостью Аллаха. В этой жизни его призывали к Аллаху, но он отвернулся и бежал к страстям. Когда же он находится при смерти, в тот момент, когда он больше всего нуждается в Аллахе, Аллах отворачивается от него. Воздаяние подобно деянию. Аллах говорит, «Я призывал тебя, но ты отвернулся. Так же и я отворачиваюсь от тебя». И он предоставит его душу ему, и шайтан овладеет им, и он умрет плохой смертью. Прибегаем к Аллаху от этого. Не будь из числа отвернувшихся. Даже если ты грешишь, не будь отвернувшимся. Господь твой милостив. Обратись к нему, и он повернется к тебе. بسم الله الرحمن الرحيم